Фотовыставка – первое, что увидели гости премьеры. На стенах фотографии актеров студии во время репетиции «Юные дарования» предстали перед зрителями, обуреваемые самыми разными эмоциями. Их запечатлела фотограф Регина Костина. Интересно, но главное впечатление впереди – это премьера спектакля «Мумий-троллинг. Про шляпу». Постановка рассчитана как на детей, так и на взрослых. И пока гости в ожидании, актеры настраиваются в своих гримерках. Сегодня мы собираемся подарить улыбки, настроение, естественно, заряжено, как, наверное, у всей труппы. Да? Да. Вот. Ну, в принципе, готовы ко многому и готовы даже ко всему, не ко многому. Волнуйтесь. Знаете, вот пока не выйдешь, не проволнуешься. Но такая поговорка есть, ну, невозможно не волноваться. 5 минут на сцене, и, в принципе, волнение сходит. Попадаешь в какой-то вот поток игры, и вот уже не обращаешь внимания на волнение, но оно есть. В сентябре этого года МХАТик выиграл грант Фонда культурных инициатив. Именно эти средства вложены в подготовку театрального сериала. Однако идея постановки возникла давно. Всего спектаклей будет 3. Зрители увидят их один за другим. Вдохновитель театральной труппы и режиссера Туви Янсен и ее увлекательные истории про муми-троллей. Она понаписала про мумиков столько историй, что из них можно сделать дюжину спектаклей. Может быть, когда дойдут руки, мы продолжим эти 3 серии еще новых. Они запоминающиеся, они милые. Для них сшиты костюмы. На сей раз у нас был спектакль сложный еще и с точки зрения приготовления костюмов, сценографии и прочего. Актеры и режиссер приложили много усилий, чтобы подарить зрителям увлекательную историю. Репетировали каждый день, совместно работали и над постановкой, и над костюмами. Результат впечатляет. Зрители успевают познакомиться с героями, вместе с ними пережить интересное приключение. Приятная неожиданность – взаимодействие с залом. Ну, умеете? Да. Да не умею. Умеете? Да. А любите? Да. Актеры зарядили зал хорошим настроением и подарили каждому удивительное и интересное путешествие в мир заводных и необычных муми-троллей. Премьера и сами милые мумики пришлись по душе и детям, и взрослым. Валерия Новикова, Станислав Семин, «Народные новости».